Руководитель управления Россельхознадзора по Курганской области Андрей Лушников отчитался перед губернатором Алексеем Кокориным по итогам контрольно-надзорной деятельности ведомства за 2015 год. По его словам, в прошлом году в связи с обращением департамента АПК Курганской области минимизировать проверки сельхозтоваропроизводителей региона во время сезонных работ, число контрольно-надзорных мероприятий сократилось на 9%. По итогам проверок нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму 2,8 миллиона рублей. В основном замечания касались соблюдения ветеринарно-санитарных правил земельного законодательства. Основной упор в прошлом году был сделан в направлении контроля за оборотом сельскохозяйственной продукции. Больше стали работать с торговыми точками и перевозчиками. В ходе рабочей встречи руководитель управления Россельхознадзора поблагодарил губернатора Алексея Кокорина за оказанную поддержку в вопросах реализации указа президента Российской Федерации по экономическим санкциям. В прошлом году в области было проверено более 5000 транспортных средств. Несанкционированная продукция была изъята и уничтожена.